Выпускной прошел и в Тюменском президентском кадетском училище. В истории учебного заведения он уже второй. Аттестаты о среднем образовании в этом году получил 91 юноша. За 6 лет учебы, кроме школьной программы, ребята также освоили военную и строевую подготовку. Слез не смогли сдержать не только родители, но и сами кадеты. За годы учебы юноши по-настоящему сроднились. Теперь большинство из них продолжит обучение в военных вузах. Конечно, становится очень тяжело, потому что непонятно, когда в следующий раз встретимся. А если учитывать, что многие поступают в военные вузы, то это вдвойне тяжелее встретиться. Поэтому, конечно, немножко грустинка остается на сердце. Буду поступать в гражданский вуз, в Питерский институт информационных технологий, механики и оптики на информационную безопасность. Вот, поэтому. Ну, радуюсь, что у нас в Петербург многие поступают, поэтому, надеемся, там пообщаемся еще.